В Хасавюрте продолжается чествование главного праздника – Дня Победы и ветеранов войны. Педагогическим коллективом средней школы номер 12 под руководством директора образовательного учреждения Патимат Магомедовой был организован автопробег с участием детей начальных классов. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Зиявдин Лабазанов. Кроме того, лично сопровождал мини-колонну на автомобиле, специально украшенную по случаю Дня Победы. Первым пунктом маршрута стало здание городской мэрии, во дворе которого дети рассказывали стихи и пели песни военных лет. Посмотреть на выступление детей собрались работники администрации, представители отделов и организаций. Далее автоколонна направилась к памятнику боевой славы танк Т-72, установленного герою Советского Союза Эльмурзе Джумагулову для возложения цветов. Завершающим этапом мероприятия стали почетные три круга вокруг обелиска воинской славы. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».